Несколько учебных заведений Латвии 10 октября получили электронное письмо о возможных угрозах безопасности. Подобные электронные письма уже попадали в поле зрения госполиции. Министр внутренних дел Рихард Козловский сообщил, что госполиция установила, что письма были идентичны и были отправлены с одного адреса. Полиция провела проверки угроз в школах и начала уголовный процесс. Также полиция заявляет, что это угроза низкого риска и нет причин для беспокойства.